Приветствую, дорогие друзья! Сегодня будем делать имитацию мотыля. Такая мормышка в основном применяется для снасти гирлянда. Ну, там уже как бы на выбор. Эта мормышка будет использоваться без вольфрамовых или латунных головок, будет бисер. В этом варианте я использую черный бисер. Также можно использовать вот такой вот красный бисер. Ну, то есть в основном как бы черный, красный. Черный обозначает головку мотыля, вот такой вот красный тоже. Саму тоже головку, тело, ну, это уже на выбор. То есть в гирлянде так же само, там по желанию применяются. Я делал на заказ муравья на гирлянду тоже там, ну, смотря в каких водоемах, реках то есть применяется. Кто-то тяжелый использует, кто-то легкий. Значит, я вам покажу сегодня легкий вариант. Значит, крючок 14 номер, формы скут, черный бисер. И берем красную нить. Нити добыто из ленточки. И берем вот так вот. Проматываем все наше тело. Делается очень быстро. Легко. Вот так вот, не спеша, потихонечку покрываем крючок наш. Тут даже, наверное, далеко немножко. Далее буду использовать вот такая вот силиконовая резиночка. Заказывал я на Али. К сожалению, друзья, ссылки на Али я поубирал, потому что многие там уже не рабочие. Ну и как бы новые искать ссылки с хорошим качественным товаром как бы особо нету времени. То есть придется вам искать самим. Силиконовая вот такая вот резиночка. Она применяется тоже для бисера. Беру, так зарезаю кончик. Немного под углом. И фиксируем. Аккуратненько вот так вот прихватываем. И делаем натяжечку и доводим сюда до загиба. Хорошенько проматываем. Ну и здесь еще раз проходим. Проходим нашей ниткой. Так, есть. Катушка скрипит, надо помазать. До этого что-то она не скрипела. Берем узелочек. Убираем в сторонку и берем нашу резиночку. Здесь в натяжечку небольшую делаем натяжку, делаем оборот. И самое главное здесь не вплотную, а через расстояние делаем обмотку. И небольшую, еще раз повторяю, небольшую натяжечку придерживаем пальцем.
и делаем обмотку. Небольшую натяжечку. И доходим до бисера. Сейчас мы подмотаем. И уже здесь фиксируем. Фиксируем нашу резиночку возле головки. Лишнее обрезаем. И все это дело хорошенько подматываем и делаем узелок. Один и второй. Все, подтянули. Я думаю, достаточно. Можно по желанию, то есть здесь по желанию добавить УФЭ лаком или обычным лаком, все это закрепить. Ну, я доверяю двум узлам. Так что вот так вот смазь гирлянду буду делать позже. Я вам покажу, даже думаю, из этих мормышек. Значит, давайте я вам скажу вес, какой, на всякий случай, кому интересно. Так, еще раз, сильно легкая, весы сильно не этот. Ну, 0,005. Какая-то у меня выходила 0,07. Тоже 0,05. Ага, вот этот бисер тяжелее. 0,07. То есть, ну не знаю, 0,02. Вот этот, вот это именно получается 0,07. Вот этот. Ну, может, бисер немного разный по весу там. То есть это в принципе несущественно. Так что вот такая вот мормышка. Я думаю, имитация мотыля вполне реалистична. На фото делал я. Заезжал в магазин, брал мотыля и сравнивал. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока. Друзья, если вы хотите заняться нахлыстовой рыбалкой, пополнить свой модельный ряд различными приманками, приобрести новое удилище, то вам точно стоит обратиться в магазин flyfishing.com. Наши партнеры смогут помочь как в выборе аксессуаров для рыбалки, так и определиться с одеждой для различных погодных условий. По промокоду ММП или мормышки-мушки-покапушки получайте бонусы или скидки. Обо всех акциях уточняйте у продавца. Все это и многое другое вы можете найти в интернет-магазине flyfishing.com.